Сядьте! Сядьте, мне нужно говорить с вами. Я сказал вам, что не позволю вам принимать вашего любовника у себя. Мне нужно было его видеть, чтобы... Я не вхожу в подробности о том, для чего женщине нужно видеть любовника. Я хотела... Я только... Неужели вы не чувствуете, как вам легко меня оскорблять? Оскорблять можно честного человека и честную женщину. Но сказать вору, что он вор, есть только констатацион данфе. Это и новые черты жестокости. Я еще не знала вас. Жестокости? Жестокости? То, что муж предоставляет жене свободу. Давая ей честный кров имени под условием соблюдения приличий, это жестокость? Это хуже жестокости. Это подлость, если хотите знать. Подлость? Нет! 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 Подлость, если вы хотите употребить это слово, это то, чтобы бросить мужа, сына для любовника и есть хлеб нужен. Вы не можете описать моего положения хуже. Зачем вы говорите это? Зачем? Зачем? То, что вы не исполнили моей воли относительно соблюдения приличий, я приму меры. Вам нужно удовлетворение животной страсти. Вы только себя помните. А то, что человек, жизнь которого рушилась, что он вам все равно, что он перестрадал. Я пришел вам сказать... Алексей Александрович, я не могу ничего изменить. Я пришел вам сказать, что я завтра уезжаю из Москвы и что более не вернусь в этот дом. И вы будете иметь известие о моем решении через адвоката, которому я поручу дело развода. Сын же мой... Алексей Александрович... Сын же мой переедет к сестре. Вам нужен Сережа, чтобы сделать мне больно. Вы не любите Сережу. Оставьте его. Да. Я потерял даже любовь к сыну, потому что с ним связано мое отвращение к вам. Я все-таки возьму его. Прощайте. Алексей Александрович, я более ничего не имею сказать. Оставьте Сережу до моих. Я скоро рожу. Оставьте его.